Больше половины налогов Казахстана приходится на горную и обрабатывающую промышленность. Об этом вице-министр национальной экономики страны Руслан Даленов заявил на Астанинском экономическом форуме. В частности, речь шла о налоговой и бюджетной политике в условиях глобальных экономических вызовов. Я отмечу, что с этого года в республике в силу вступил новый налоговый кодекс в перспективе усилить налогообложение в цифровой экономике и провести экономическую трансформацию. Особую важность этот вопрос получил сегодня в условиях четвертой промышленной революции. Делегаты сессии также обсудили тему новых источников госдоходов, сокращение теневой экономики и возможности финансового сектора в свете индустрии 4.0. Казахстан принял цифровую Казахстан государственную программу. В этом направлении Казахстан является лидером не только в регионе, но и в принципе и в других частях света, в части долгосрочного планирования экономического развития, включая сейчас использование цифровых технологий. Для того, чтобы индустрия 4.0 с дисруптивными технологиями имела положительный эффект на экономику Казахстана, в первую очередь наши чиновники и наши государственные служащие должны быть готовы и должны иметь компетенции принимать и, в принципе, использовать эти технологии.